Здравствуйте, я Алексей Александр, Каменецкий районный дом культуры, организаторы фестиваля «Знаемое место». Туристическая база Бучемля, Каменецкий район. Уютное место, тихое, спокойное, обособленное. Мы не случайно выбрали его для организации фестиваля, поскольку здесь сегодня шумно. Может быть, не очень многолюдно, но шумно. Сегодня много музыки, много интересных приключений, а главное, в финале праздника будет много огня. Купала. Праздник Купалья собрал сегодня здесь участников и гостей нашего фестиваля. Вообще мероприятий планируется много, ну и будем продолжать Купалье, само собой. Первый год. Да, первый праздник, мы осваиваем эту площадку, здесь нет традиции проводить подобные фестивали. Мы искали такое уютное обособленное место, место, руководствуясь прежде всего соображениями безопасности, удобства размещения автотранспорта. И этот год это проба пера. Надеемся, что у нас все получится, публика останется довольна, а у нас будет стимул организовывать подобные мероприятия еще.